Николай Блохин Деноминация Рассказ основан на реальных исторических фактах 23 декабря нового стиля 1921 года по мрачной лестнице Большого театра устало спускался большеголовый коренастый человек в потертом пиджачке. Сразу было видно, что человек не придает и никогда не придавал никакого значения своей одежде. Застегнутый пиджачок был маловат, вытерт, с оттопыренными карманами и даже как бы протестовал пиджачок. Он, хоть и пропитался за многолетие совместной жизни безмерной энергией хозяина, однако же и подустал. Подустал и сам. Да нет, устал страшно, устал невозможно. Иссякать стала безмерная энергия. Да, великий и легендарный, непобедимый и ненавидимый, чувствовал себя в последнее время очень скверно. Изможденное, бледное лицо его было обращено вниз к плывущим навстречу мраморным ступеням. Шел терзая мрамор и замученными глазами, и мрамор цепенел, холодел под чутким взглядом и торопился быстрее промелькать, кончиться входом. Он знал и чувствовал свой взгляд, знал, что несет он в себе, и никогда не умягчал его, никогда не разбавлял таким добреньким туманцем. Даже когда эти, наконец-то, пускать перестали, ходаки притаскивались, также, придавливающе и взыскующе, глядел на них. Все, батеньки, контрики скрытые, все к себе, к себе тянут, все рабы своего, только те не контрики, кто своего никогда не имел, вот как он сам, потому только на себя и надеялся, потому и верил, только себе. Потому на остальных прочих, а на соратников более всего, так и смотрел. Во времени, когда головы надо рвать, нет места ни делам, ни взглядам добреньким. Свои же портреты, и газетные, и малеванные, плакатно размноженные, терпеть не мог. Некий разжиженно усредненный с невнятным выражением неясных глаз. Однако же затесался, промелькнул один портрет. И где его таким подцепил шустрый репортеришка? Когда же это он так смотрел? И на кого? Что ли, на Чернова в Таврическом, когда учредиловку прихлопали? Лежал тогда на полу демонстративно, терзал буйными радостными глазами всех этих кадетишек и серишек и прочее интеллигентствующее говно. Союзников, ишь ты, призвать надумали. Однако, от чего такой портрет волчий получился? Ведь то настроение действительно радостным было. Помнил ведь он. А портрет потом даже на Сухаревке продавали, пока не пресекли. Один буржуйчик, говорят, письмо в секретариат присылал. Эмигрирую, пишет. Из этой страны к этой самой матери. Ваш портретик увидав. Дельный буржуйчик. С понятием. А какое чудное словцо. Буржуйчик. Прямо какое-то. Даже смачное. Вкусное. Жуйчик. его, А жуй. Пускай порезвятся на неповское отдушине. А там додушим, да усмехнулся созвучно. В какой раз уже в минуту расслабленности рифмой думается. Что-то там еще прошую было. Да, а капиталисты эти жуйчики. Чик и жуй. Все-таки очаровашки. Как беззащитны все-таки они. Против него, с их муравьиным инстинктом, чего-то строить, производить, продавать, менять, чудненькое открытие, практическое, космическое, сделал для себя собственник муравейчик, мурчик и жуй, Ха. никогда не способен защищать свое имущество с тем же остервенением, с каким отнимает его пролетарий. Ярость отнимающего всегда перехлестнет гнев обираемого. Тем паче, когда отнимается не корысти ради, чего им надо, пролетариям-то, кроме водки до да винтовки, ради принципа, чтоб не у себя больше, а у тебя гада меньше. А уж объединяться-то... Да пока собственник думать только об этом соберется. Громилы пролетарии уже в банды собраны. То бишь, в полки. Ха. А поначалу сам боялся, когда выталкивал их на всяческие штурмы. Когда орал, ногами топал на соратников, интеллигентишки узковзглядые. Да, можно в одной стране. Можно. Меньшинством большинство, куда хочешь, штыками затолкать. Начитались Марксов Гегелей. Ох уж эти Гегели. Сколько сам на них ума и времени извел. Нынче к невеждам соратникам даже зависть гложет. Вон, Коба прищуристый. Отродясь, ничего не читал, скажи ему Компанелла, а он прищурится. Все вино, дискать, знаю, а такого не слыхал. А зато, какая хватка, какое чутье, и в рот смотрит. Приятно. Каждое слово ловит и вопросов не задает. Какие там канты компанеллы? Когда так все просто, вяжемся в бой, а там посмотрим. И в этой фразе великого коротышки-корсиканца Все ничего больше и не нужно. Четыре года только этим правилам и руководствовался, только им. И всегда вывозило Большое человечище. Копрал император. Матерый. Уже заодно то, что в Успенском соборе конюшню устроил. Ему в Москве памятник стоит устроить. Хоть даже на месте того же Успенского собора, когда снесем. Хорошие были морды у святош на досках. Понюхали лошадиного говнеца. Что ли, гараж там пока устроить? Пастька теперь, выхлоп бензиновый понюхают. Всегда морды на досках воспринимал как живые. И с ним, с ним воевал, как с живым. И должен победить. А победа в том, чтобы все доски со светошами поджечь. Чтоб ни одной не осталось. Всех попов в яму, под пулеметы. Во всех башках память о нем стереть. Все дома, крестонесущие, разломать и в землю втоптать. В первую очередь в Москве. Архигаденький таки городишка. Это Москва. Куда ни глянь, на крест наткнешься после припадка. От этого свой вдруг стал вспоминаться. Нательный, который сорок один год назад в землю яростно затоптал. Сейчас прямо начинать кресты сдирать. И великан-корсиканец отмечал, поражался, зачем такая прорва церквей? И вывод делал. Значит, народ отсталый. умница выскочка, морда корсиканская. Не смог, не до уничтожить отсталых. Да даже не отсталые они. Они хуже. Они рыхлые, никчемные, бессмысленные. Воры и пропойцы. Поперся дурак с войском, А с войском на них нельзя. На них надо приказом номер один. Их надо изнутри, чтобы они сами своим багратионом кишки повыпускали. А, -а, -а Как убийственно, как больно! Как ревуще болит голова! О, Господи! Боднул воздух, скрежетнул зубами, обозвал себя. Опять прилетела в мысль это, о, Господи! Кончились ступеньки, обернулся на двери, за которыми еще шумели-гремели рукоплескания от его доклада хотя говорил он мало веселого для рукоплещущих. Мало того, разнес все и вся, всем выволочку дал, всех отхлестал, кроме большого соратника. Да и того, пару раз щипанул, для профилактики, спесь сбить. Пусть аплодируют. Все теперь аплодирующие проглотят. Чего им не навороти? А уж сочувствующие девочки, сочувствующие, Ха. все теперь в анкетках, сочувствующие, все хвосты поджали, никто не напишет, а я против. Так и объявил им. Все, нету никакой инфляции, нету ничего такого. Бесконтрольного. Он контролирует все. Он отменяет все инфляции, девальвации. Одну цию оставляет. Есть деноминация. ДАС. Пусть в Брахгаузе пороются. Чего там идет после миллиарда? Эти. Но неважно, вот этих самых жуткую прорву на выпускали оказывается, в этом году Дензнаков. Какое все-таки чудненькое словотворчество у революции! Дензнак, будто отпилы звук, когда по железу, а в казну вернулось всего 200 миллионов этих самых дензнаков. Керенский, конечно, болван. Ну да тут и гений, никакой не вывезет. С деньгами воевать. Это вам не то, что с беляками. Когда стреляют, не работают. Когда не работают, жрать нечего. Доносят на Колончевке тротуары, завалены трупами голодающих. И добрались ведь до Москвы. Чем там за гранатряды заняты? Надо об этом сказать. Кто там после Загородского? Ну да, Каменеву, чтобы убрали с мостовых до да тротуаров-то. А впрочем, пускай валяются. Один знаки пускай еще печатают. Зарплату ленточками неразрезанными отдавать. А товарица захотел, от ленточки отрезал. Говорят в Москве, что пару калош за миллион купить надо трое суток, Очереди на морозе стоять – это правильно. С детьми грудными стоят, а к очереди надо с младенчества привыкать. Ханта Гегели начитанные соратники до сих пор скулят, голодных бунтов боятся. Эх, невозможные такие недоумки, да некого больше бояться. Все и вся в этой стране. У ног распростерто. Да что это с головой-то? Неужто опять ударит? Когда же эта уверенность пришла, что вывезла, что неотвратима победа, когда Деникина оторла отогнали? Нет, раньше, батеньки, раньше всех этих Корнилова-Дуговых и прочих Деникина-Врангелей силой серьезной никогда не считал. Им бы монархистский лозунг поднять. За царя дебатюшку Да все равно какого. А они все до одного за учредиловку. Архиболваны. Демократы. Ха. Упившемуся пролетарию и лопата бородатому селянину прям ну очень нужна учредиловка. Зимний дворец два года отдраить не могли после крестьянского съезда, как уехали. Сам по залам прошелся, с наркопросом этим чаролунным. Тот все ехал, за голову хватался, а ему смешно и радостно было, да истерики, неделю хокотал особенно смеялся у фигуры Афродиты. Как его, Фидий, что ли, слепил ее три тысячи лет назад. Афродита с грустной годливостью созерцала лужу блевотины, среди которой стояла. А все интересные места ее были истыканы торчащими окурками. Очаровательно. И этим очаровашкам на своих белогвардейских штыках освободителей учредиловку несут. Ха! Да только две власти, две плетки возможны в этой стране. Царская, царство ей небесное, да его, большевистская. И третьего не дано. Для того только и нужны Канты Гегели, чтобы вот это понять. А еще для того, чтобы винтовки раздать, да вытолкать этих. 25 пятого вытолкать. Не раньше и не позже. Пора, кстати, обратно заталкивать и винтовки отнимать. В июне вон вытолкал. Почуялась. Шепнул великий корсиканец. Ввязывайся. А нет, не вышло. Не доварилась. Доварилось через четыре месяца. Кости от мяса сами отвалились, как у курицы уваренной. Да и кости стали, что мясо мягкими. Так когда же осозналось, что все? Есть полная безнаказанность, чего не натвори. Может, когда свита Калантайхи папа Скипетрова шлепнула. А может, она сама? Когда Александра Невскую лавру занимали. Не разорвала убийцу толпа православных. А их кучка маленькая. А разбежались. Нет. Раньше, батенька. Раньше. Тогда, когда из вагона ныне знаменитого вылез. Когда с броневика слез, когда в апреле всю эту шушеру, интеллигентную, кадетствующую, одним взглядом, смерил, понял и оценил. Эти не соперники, эти не властители. Они вечные неисправимые болтуны. Они могут только врать с трибуны. Да патрон подкапывать. И только время нужно, чтобы созрело варево чудненькое из разбоя, развала и безвластия, в котором начала уже вариться ненавистная эта, обезглавленная, и еще радуется дура, хех, бесхребетная страна. Эти в этих опасность! Всегда так думал и не ошибся. В лопата бородатых, селяне-россияне, мать их. Нет, боязни к ним нет, ничего к ним нет, кроме ненависти. О, чудное чувство, источник питателя революции. Но вот стоит образ гадюка в болящей голове. Лопата бородатый. Чавоська скала, небоська скала. Угрюмый, задумчивый. Скотина. Как жаль, что продразверстка исчерпала себя. Соратники, опять же. Мол, пережимать их нельзя. Лопата бородатых. Да не нельзя их пережимать, а нужно только пережимать, все человеческое отнять, чтобы только мычать мог и глазами лупать от страха. Задумчивые, мать их. Ой, ну как же архисволочь наломит голову. Тогда помогло. Тогда с воплем и боль заткнулась. Соратники, правда, перепугались. Просто даже остолбенели соратники. Уж больно страшен и неожиданен был рев его среди заседания. Хорошо, что свои только, самые близкие были. Навалились, скрутили, отвезли куда-то, напоили какой-то гадостью и укололи чем-то. Боль то ушла. Худшее явилось. Портрет вдруг царский. Николашкин. Встал перед глазами. Весь мир с собой заслонил. Известный фотопортрет. Во весь рост, в полоборота. Стоит и смотрит. Жилы из души тянет. Взгляд выматывающий. Хочется на глаза эти... Накинуться, и ведь кидался, и вырвать их зубами, будто через Николашкины глаза тот на него смотрит, с кем воюет он всю жизнь, и кого победить должен. Взгляд-то не страшен, что ему нынче страшно, но противен, взыскующий и мучителен даже Керенского называл хвостунишкой. Николая же, Романова, всегда только идиотом. Это ж надо, от власти добровольно отрекся. Ради России. Ну не идиот. Вообще-то, когда в портрет вглядывался, не вырывались давящие глаза зубами, сколько не кидался. Видел и чувствовал. Не с идиотом. Игра в переглядки идет. Вообще-то, конечно, отречение это батеньки поступок. Однако, для чего жить, если не ради власти? Ради России, да ради власти, да всю эту поганую Россию, да всю ее передавить, переломать, перестрелять, пораздавать пораздавить, если ради власти-то. Нет, оно хоть и поступок, однако гадостен и ненавистен поступок, ибо непонятен. Как-таки замечательно все-таки отсутствие этих идеологических моральных пут. Что к власти приближает, то и морально. Вот вам и все гегели с Платонами. Кто от власти отказывается, да хоть ради чего, тот таки идиот. Будь в нем хоть сто пядей во лбу, да взгляд вот такой, святошествующий, как у этих христосиков на досках. В огонь бы их скорей, блаженненьких. Ишь ты, чистые сердцем. Ха, боженька увидит. Да вижу я его. И так вижу. Прёт он. Вон, из Николашкиных глаз. Деваться от него некуда. Без всякого чистенького сердца вижу. Понатыкали портретов. Хорошо тогда большой соратник выручил-вылечил. Подошел, за плечи встряхнул и в упор глядя произнес заклинательно: "Все, я распорядился снять портреты виновный расстреляны и отпустила. Пропали ненавистные глаза. Нет, пусть уж лучше болит, не стоит криком боль выгонять. Да никак не привыкнется." к этому автомобилю. Вообще-то, всегда любимому. Нет ничего отвратительней в чужой власти находиться. Весь мир у ног распростерт. Сотнями миллионов жизней. Одним движением пальца. Одним росчерком пера повелеваешь. А твоя собственная повелевающая. От исправности этой жестянки зависит. Да от этого пролетария. А лупанария за баранкой. Препротивненькое, архигаденькое состояние. А мутно преданные глаза и жесты шофера еще больше расстравляют. Так, чего там в газетке-то? Так, из Костромы. Чего там в Костроме? Постановили снять колокола и перелить на электрическую проволоку. Это правильно. Хоть из колоколов никакой проволоки не выйдет, ясное дело. Да и не будет никто это делать. Да и не надо. А колокола сбросить – это хорошо. Так, ну, почтовый тариф. Телеграмки городские 100 рублей за слово, а в другой город 500. Заказное письмецо 1000. Хм, а не мало? Нечего писать, нечего телеграфничать. Тык. Лекция по Се о Боге. Посильные ответы на проклятые вопросы. А кто такой по Се? Не путаник ли какой? Да не лекциями надо боженьку выколачивать из людишек. А штыками. Да не ротозейничать. А то вон, как в прошлом году. М -м -м. Аж боль в голове прошла от беженства, как вспомнилось. В прошлом году, среди разгула революционных побед, храм новый ухитрился отгрохать какой-то шустрый попик. Да не где-нибудь в лесах, а тут на Меусской площади. Сам патриарх служил при освящении. Пуля и штык, а не лекции. Наверняка попы взятку советским сунули. Надо же так проморгать. Правильно он решил, что за взятку 10 лет давать, а то и к стенке. Порядочная таки дрянь, эти соратники. Чтоб сразу чего ухватить, ни мозгов, ни чутья не хватает. Ну что, например, непонятного в такой телеграмме? В Нижнем явно готовится белогвардейское восстание. Напрячь все силы. Навести тотчас массовый террор. Расстрелять и вывести сотни проституток, спаивающих солдат, бывших офицеров и тп. Ну что непонятного? проституток приплел так, из интересу, для куража. Можно уже было куражиться. Так этот тугодум окающий, предисполкомовец Нижегородский, тут же ответ вопрос выстукивает. А кто такие и т.п.? И что с ними делать? Ох уж эти окающие. Розалия землячка такого бы не спросила. Эх, очаровашки такие для революции эти бабы не в растеничке. Когда фас им скомандуешь, так мужики-то пониже будут. И тпшники – это все остальные. Их туда же, куда и проституток. И тпшники – пешки. Так. Пятый съезд советов усыновил дивизию Буденного. <свят> <свят> Поперхнулся, глаза вылупил, рассмеялся. Небось, хохмача Радека штучки. Интересно, а мать кто? Бесхитростная благодарственная речь товарища Буденного. Он еще и говорить умеет. Октябрины. Новый обряд вместо старорежимных крестин. Вот это молодцы. Очаровательная придумка. Хотя крестить, конечно, подлецы все равно будут. Интересно таки, как же они там обрядничают. Ну, молодцы. Что ли, на духом младенца стреляют, будто из Авроры? А вместо папа пьяный матрос пулеметными лентами обвешенный. Да пусть хоть Лебединое озеро там, под там-там пляшут. Только бы отменились ненавистные крестины. Груз своего крещения до сих пор чуял-чувствовал хоть еще в детстве с крестом нательным расправился. Нет, все-таки не пустословничают попы, не просто выкрутасничают жестами, не просто воду купают при обряде всем мерзком. Нет, тут, батеньки, что-то гаденькое так и происходит. Что-то оседает в наше нутро от этого действа. Иначе ничем не объяснить. Перед собой никогда не врал. То бешеное сердцебиение. Аж по груди стучал. Как материл свое нутро. Что началось, когда вытолкал декретами и телефонограммами матершинами мощи святош скрывать. Да еще телеграммы местных хокающих пентюхов довешивают. Мол, вскрыли, забыл вот где, что ли, где-то в Хохляндии. А он, гад, действительно не Ленин. Лежит старик в своем каменном топчане. Спит, будто глаза прикрыл. Ну вот тронь его и проснется. «Да выкиньте, болваны, старика! Разрубите и сожгите! Да сколько раз уж так делай! Тряпок жженых драных натолкайте! Все это ночью, естественно!» а днем эти тряпки всенародные вскройте. Ох, не недотёпы. А сердце таки очень не так в груди тукало. А когда романовский портрет мир заслонял, ведь смотрит, смотрит, и как смотрит. Ох, а внутри своем, именно внутри, во всем внутри, не только в ушах. Голос его. Или чей там? Ну чей там голос нутро мучает от взгляда последнего Романова? Да ведь пришлепали ритуально и его, и всю его семейку. Одни куски до да тряпки где-то на дне шахты валяются. Откуда тогда этот голос внутри рождался? будто глаза Николашкины будили там, воскрешали чего-то давно умершие. С тех детских лет умершие, когда крест растоптал. Даже диалог нелепый ведь звучал, вслух звучал, к ужасу врачей и соратников. Между ним и голосом тем, внутри рожденным Николашкиными глазами. Орал на портрет, именем дьявола велел исчезнуть. И, наконец, вырвалась. Уйди ради Христа. Именем Его я здесь. Был ответ, и дальше чего-то прокающегося на кресте разбойника бормотать начал. Да не желаю я каяться. Миллионы я уничтожил. И уничтожу еще столько же. Почему ты? Ведь я тебя расстрелял. Я тебя в шахту кинул. Я гранатами закидал. И не жалею. Радуюсь. Знаю, что радуешься. Затерзал голос. Я прошу за тебя. Это было уже совсем непереносимо. Зарычал, на портрет бросился. Вот тут-то и вылечил большой соратник. Так, чего там еще? Ага, спирт. Тринадцать миллиончиков бутылка. Молоко – миллион кружка. Это ничего. Водичку пейте. Да накормит, Напоят скоро Непманы. Тык. Его статейка. Призыв идти трудоустраиваться не к Непманам, а в госсектор. А что? И подумают, коли сочувствующие. За храмом Проскевы Пятницы увидал живописную картину. Буржуйского вида человек столковывался с извозчиком. Да так, видно, и не столковались. Извозчик уехал, а буржуйчик, плюнув, потащился пешком. Иди, иди, морда буржуйская, разминай ноги, сочувствующий. Хе. Вспомнилось вдруг. Как с большим соратником, в начале 18-го листовки сочиняли о красной звездочке, которая отныне должна быть пришпилена к колбам красноармейцев, вместо ленты из царского флага в сиянии лучей. Повеселились помнится, сочиняя. Царская армия избивала крестьян и рабочих, помогала царю угнетать народ. А что же означает «красная звезда»? Дока все-таки большой соратник. Всю дальнейшую байку он сочинил. Очень творчески. Идею его текстом отматериализовал. Слушай, товарищ! <связь> Жила, оказывается, краснодевица, правда. И во лбу у нее Звезда горела. Вот это самое. И все было архизверски хорошо и справедливо от этого. Ха. А еще жила черная стерва Кривда. И она стибрила у правды звезду ее со лба. И все стало во мраке. И темные людишки стали в темноте свои темные делишки обделывать слабых обижать. И кривда воцарилась на земле. А правда вопить начала, чтоб ей, значит, звезду вернули. Нашелся-таки молодец, и в кровавой драке отнял у кривды правдину звезду. На лоб ее к себе прикрепил и правде понес. А по пути кривдина орда напала на него. Но он все ее разгромил и донес таки звезду к правде. И всем стало архизверски хорошо. Слыхал ли ты эту сказку, товарищ? На вычетке редакции, когда до этого вопроса дошел, расхохотался в голос. Волнение возникло. Не перегнули ли? Проглотят ли столь наглое оглупления? Все про красную звезду, товарищи. Она есть освобождение всех трудящихся от голода, труда, войны, нищеты и рабства. Она есть звезда счастья. А носители ее есть те самые добрые молодцы. Борцы со стервой кривдой и ее ордой. На четверть, в общем газетной полосы-листовочка. Прочтя, посерьезнел, приблизил к лицу большого соратника и сказал тихо — «Ну вот, что бы вы сделали на месте Лопата Бородатого, на Евангелии Воспитанного? Каждое воскресенье к обедне ходите, пост блюдете, по вечерам семейки пролог читаете, верность Царю батюшке в голову с детства в И вот вам это вот попадается. Листовочка эта, подтереться бы побрезговал. А если все-таки проглотят и пойдут за нами, отчеканил, отрезал большой соратник. Тогда с ними можно делать все. Полтора миллиона экземпляров листовки лично следил, были развезены по всей стране, и чтоб в самом глухом углу, хоть по экземпляру, а было, проглотили. И уже без страха и сомнения, а жалости и мысли не могло возникнуть. Директивничал, приказывал о расстрелах крестных ходов и заложников. Но чего же так сердце вдруг заукало, когда мощи вскрывали? До сих пор туканье помнится, хотя все закончилось полной победой. Вытряхнули российских святош. Все, вытряхнем-вытрясем. До дна. Из... Ненавистной этой страны. Так, нос, чего там еще? Но газетки не было. На ее месте, все собой заслоняя, стоял в воздухе царский портрет. Замер выжидательно, спружинился, сосредоточился кидаться сразу не стал, Было уже бесполезно, помнил он, проговорил выхрипом, тихо с ненавистью. Но что, Что опять тебе? И изнутра его, как в тот раз, гулко ответила: «Мне все то же, Весь мир, что ты к ногам своим положил, Хотят у тебя отнять, а душу вернуть. Я не прошу у вас ничего, подавитесь вы моей душой. Те, кому ты ее отдал, те не подавятся, а просто съедят. Приятного им аппетита! Сгинь, уйди! Нет, не сгину я. Благая воля посылавшего меня хочет тебя спасти. Даже тебя. Осознай и увидь, сколь жалок ты в своем всевластии. Вот тут заорал, боль из головы выталкивая. Не желаю никакого спасения от пославшего тебя а тебя снова в шахту. И гранатами, гранатами. И с рычанием бросился на портрет. Шофер, вдавленный от нападения сзади, животом в руль, а лбом в стекло, истошно завопил и дал по тормозам. Машину развернула. Она встала. Шофер, выбрался на карачках наружу и, продолжая хрипло кричать, пытался, если не скинуть, то хоть разжать на своей шее душащие пальцы. Тут-то и навалились на них ехавшие следом охранники. усилием воли, наконец-то ожила она, воля, сделал проклятый портрет полупрозрачным. В раскрытое окно несло теплом и цветочными запахами. А где снег? Почему не снег? Снег взыграло радостное нутро. Даже сказать что-то попытался. Вернулась. Снег. Это белые хлопья такие. С неба падают. А это... Это чернильница. Теперь он не просто видит страшные и непонятные вокруг себя. Теперь он видит предметы и некоторые из них даже называть может. Отчетливо вспомнилось, судорогой прошило тело от отчетливости страшной, как уходили, таяли зримо и ощутимо воля и разум. Архигадкое, невозможно страшное состояние. Боль не в теле, а в сознании. Кто не испытал, не поймет. Душа болит. Как это теперь понятно? Человеческий язык не имеет слов и понятий, чтобы объяснить, описать все это. Когда куски от тела отрезают, это больно. Не испытал, но ведь точно, точно, что больно. И вот отваливаются, отрезаются кем-то извне целые пласты сознания. Ножом по живому отрезаются. Только что сказал, дайте газету, дают, а ты глядишь и уже не понимаешь. Что это? Что дали тебе? Видишь и не понимаешь, что это? И название не знаешь. Что-то белое. Кружилась за окном снег. А почему снег, а не пробка? Почему так названы эти белые хлопья? Как? Как ушло? Видишь, и назвать не можешь. И вот понятие белое отразилось. Какие они, хлопья эти? Что вообще такое цвет? Взрывающимися лампочками гасли понятия. Хлопья? Нету хлопьев. Не понимаю. Не знаю. Падают. Что это? Падают. Все погасло. Все отрезалось в сознании, что мир анализировало. Глаза только работают. Наполняют изображениями какой-то оставшийся внутри неотрезанный накопитель. Сейчас под ужаса прошиб. Отведение того страшного мира что через глаза лез в накопитель. Бессмысленное, бездумное нагромождение химер, которым нет названия. Вон кот на диване валяется. Кот? Кот! Вернулась! Морду-то отъел! Так вот, Кот пади понимает, в предметах окружающих разбирается. А тут опять разом ударила, как состояние то увиделось, представилось, ниже животного. И не предполагалось, что такое состояние существует. И что за хохот? гаденький такой, стал вдруг слышаться. Откуда? Обвел взглядом комнату. Соратники сострадательно пялятся. Откуда? Что ли, изнутра кобы прищуристого дурным хохотом скрежещет? Даром, что семинарист. И портрет этот опять Хрен с ним. Пускай торчит. Мало сил еще прозрачить его. Мало воли. Собирать надо. В себя приходить. А предметы не все еще вспомнились. Поднял глаза. Спросил вопросительно глазами. Язык тяжел еще не ворочается. А и заворочается. Толку мало. Неясно еще, как его ворочать. Да, учиться, учиться и учиться. С нуля начинать. А то, небось, расчувствовались без него. Глупости, небось, понаделали. Так что же это торчит-то перед глазами? Это вино. Кобин голос. Выздоравливающему вождю от кавказского народа. Кахетинское. Вино. 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 Ну да, жиденькое, кислое. Гадость, в общем. Нет. Да не вино же это. Это... Ну да. В этой вот самой. Да я же про это. Ну да. Ну вот в этой самой. Я же про это. Про не а, ⁇ Женского народа. Про не ⁇ и спрашиваю. Да, Ха, бутылка. Опять ушло. А, бутылка. Так, повторить. Бутылка. 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 Запомнилась. Ведь невозможно просто. Тут... Коба подсказал. Забытое напомнил. А вот, чтобы новое слово. Понятие, чтоб новое. А? Чтоб не вспомнить, а сотворить. Ой, пожалеть надо голову. Закружилась. Ну его, бред этот философский. Все-таки точно, что все эти философы, Гегели и Аристотели, все ненормальные. Всех бы их в Сибирь, в одно поселение. Пускай между собой, друг другу, мозги засирают. Адам, опять же, какого рожна на ум приплелся. Без Адама делов лопатой грести необыкновенной важности, ведь дела-то. Итальяшек вот надо на место поставить, а то и вообще из Коминтерна выпереть. Опять же, перед Коминтерном за оправдаться. Ничего не сделаешь, политикас. Важнейшие дела, в общем. А тут опять голова от боли раскалывается еще в себя не приходя. Однако все-таки чудненько процесс пошел. Возвращаются в сознание отрезанные пласты. Вот только буковки рядами бессмысленными перед глазами мельтешат. Буковкам заново учиться надо. Кто же это и где? так противно смеется. Говорите, говорите. Вы про портреты так говорили. Надул. Большой соратник. Опять вон, понатыканный. И голова болит. И портрет этот. И соратников понукать. И телеграммы, телеграммы и обо всем надо знать, и только самому принимать решение. Ясно же, что совнаркомовские рычаги слабы, только партийные нужны. Пусть хоть Коба прищуристо их двигает, все одно он их будет двигать. Эх, выздороветь бы только. Как однако же... Больно! И пожалеть. Некому. Инесса, друг единственный, звала недавно во сне, отвечал ей что-то, опять врачей переположил. Какая однако тоска схватывает, когда о могиле, дорогой, вдруг вспомнится. Вот как сейчас. А зачем все это? Все эти коминтерны, рабкрыны, если вот сейчас умирать туда, к Инессе. Хохот мерзкий, не оттуда ли? Да что же это с головой? Что за вопросы поперли? Счастье всемирное строить. Смешно. Мировая революция. Да будь она неладна, когда опять с головой неладна. Опять вон, от буковок глаза рябит. Что же тогда заставило такую жизнь прожить? Тайна. Чем же хохот-то заглушить? Хуже портрета. Эх, что за чушь? Откуда? Откуда мысли эти гаденькие? Вопросы подлинненькие, слюнтявые. Да ведь это же прямая поповщина. И у кого? у него и не улетает. Будто руки последнего Романова ее там держат. Да где ж воля-то? Где ж ты воля? Всем нутром, всей силищей, всей матерой человечещиной на эту поповщину. Вон! Да не вам это, Лев Давидович. Не вам. Итальяшек таки пришлось выпилить из Коминтерна. Два часа по-французски говорил. Устал зверски. Однако, удовольствие. Вообще б с удовольствием. По-русски ни слова не говорил. Старая орфография, новая орфография. Да тьфу! Но увы. увы. Приходится даже патриота корчить. Суд надо с подтолкнуть. Надо же, на два месяца почти затянули. Совсем ополоумели будто при царском режиме. Изъятие церковных ценностей начали. Вот тот молодцы. Очень резво начали. Однако, еще ж пришпорить бы можно. И к портрету привык. Да то на него вообще. Как на обе орфографии. Если б еще во сне не донимал, когда и воля спит. Нечем. Взыгрывающее от Николашкиного взгляда нутро приглушить придавить. Странное, однако, пробуждение. Можно даже сказать, небывалое, уж больно чересчур спокойное. И портрет, вон он. Однако не беспокоит портрет. Можно даже сказать, чуть ли не наоборот. Взгляд не давящий, а, можно даже сказать, мать помнится, смотрела так. И вокруг, и внутри что-то ожидающее, что ли, чуть ли не ласкающее. Не понять. Однако, надо понять. Сказать надо. Что за ерунда? Опять что ли? Какая поповщина? Однако ясность в голове чудная. И не болит. Это пробуждение твое последнее. Кто это сказал? Нутро молчит вроде. Губы последнего Романова также сжаты. Это как это? Последнее. Еще столько архиважного не сделано. Из церквей и монастырей вот только-только выгребать по-настоящему начали. Последнее. Увидался опять тот распад сознания. Только не это. Так делать-то что? Вот мысль идиотская. Ну дожил к попу бежать, исповедаться. <laughs> Однако странно спокойное отношение к мысли сей. Можно представить себе физиономию большого соратника. Скажи он ему сейчас «Папа, давай!» А Коба, небось, трубку свою проголодит. А если удрать потихоньку. Невозможно. Обложили. Да что это такое? Да откуда ж прет такое? А положим таки удрать. Казанский-то собор ведь рядом. И не прикрыли еще. Папа Кондратец не хватит, когда увидит его и поймет, Зачем пришел? Что-то поменялось в Николашкином взгляде. Да, и растворятся вроде в воздухе. Портрет начал. Одни глаза вон остались. Прощаются вроде. Глаза уходит. Однако... И неохота вроде, чтобы уходил. Да что же это такое? Да головой боднул, вскочил. Но поповщина сволочная. Но охмуряла подлая. Вон! Да не вам это, Лев Давидович, не вам! Скелянского сюда, гадюку. Сколько можно? Что там с изъятием? Сейчас, сейчас сюда. Немедленно, все материалы мне на стол. Что? Губ съезд советов? Телеграмма? Да что их уродов на съезды-то тянет? Так, по 50 губерниям. Ну что там? Золото путь всего? Да в одной Москве в окладах больше. Бездельники. Серебра? Ага. 18 тысяч пудов. Ха. Ну ладно. Бриллиантов 33 тысячи штук. Себе, небось, половину на тыре. За каждый незданный камешек к стенке. Все участники изъятий, пускай перед сдачей, друг друга обыскивают. А впрочем, все равно заныкают. Пускай. Интересно бы глянуть, как они глядятся. 33 тысячи бриллиантов в одной куче. Но страна, но люди. Такое богатство по церквям впустую пропадало. Что такое? Опять Опять этот хохот мерзкий. И голова опять. Туман и боль. Рычать хочется. Да, надо рычать. Рычать. Рычание боль успокаивает. Опять. Опять Николашкины глаза проступают. Нет, нет, не хочу. Вон! «Да не вам это, не вам, не вам, Лев Давидович!» «Все уйдите! Никогда не надо! Един всегда был, един и сейчас! Что вдруг так тело заколотило? Да кто же это так ржет-то, хохочет? Весь мир у ног! Где он?» Что там за окном? Стена чего-то белого стоит, падает. Чего белого? Опять гаснет. Нет. Ну и ну. Бери меня, мор дорогатая. Сволочка хохочущая. Всё, бери. Только это отдай. Ну, как же его? Инесса, ну сделай же что-нибудь! Все так больно. Гаснущий навсегда мир, вертелся, корчился химерами, не имеющими названия, и содрогался, рассыпаясь от гадкого, все заполняющего. Хохота. За окном тихо падал снег. Рассказ озвучен благотворительным проектом Длань в 2020 году. Читал Дмитрий Чурсин. Труд по озвучиванию рассказа посвящается Федору Чурсину, дедушке читающего. Да простит ему Господь участие в гражданской войне на стороне Красной армии. Другие аудиокниги благотворительного проекта Длань вы можете найти в группе проекта в социальной сети ВКонтакте. Там же можно материально поддержать проект. Спасибо за прослушивание. Всего вам доброго.